Я бренд-менеджер по продукту Мультиван, и сегодня вас хочу познакомить с мини-погрузчиком Мультиван. Сегодня мы поговорим, представим вам три модели. Это 7S, это 5.3 и это 10.9. Это три модели из модельного ряда, которые в общей сложности составляет 25 машин. Что такое мини-погрузчик Мультиван? Мультиван — это шарнир, сочленный мини-погрузчик с телескопической стрелой, с специальным быстросъемным устройством для замены агрегативной эксплуатации сменных навесных рабочих трубок. Всего этих навесного оборудования свыше 170 видов. Соответственно, тип навесного оборудования определяет функционал мини-погрузчика. Поэтому этот мини-погрузчик является многоцелевым, универсальным, может работать как в коммунальных видах работ, например, сельскохозяйственных, дорожных, где-то подъем груз на склад, их помещениях и многое-многое другое, в каких-то узких специализированных сферах, в зависимости от того, какой тип оборудования мы на него агрегатируем. И начнем мы обзор с машины, самой популярной в России, это Мультиван модель 5.3. Модель 7.3S. Это несколько более мощная, несколько более производительная модель, чем 5.3. Отличается более высокой грузоподъемностью, то на 240 кг максимально, более высоким вылетом стрелы 2,9 метров, соответственно, более высокими тяговосцепными характеристиками до 2000 кг сил.
и, соответственно, более высоким, более мощным двигателем, 35 лошадиных сил. Трансмиссия у этой машины аналогичная, такая же, но есть отличие. Поскольку эта модель более тяжелая, и у всех более тяжелых моделей, начиная от 7.3S, как раз от этой модели, устанавливается по умолчанию в стандарте более совершенная система блокировок колес. Это двигатель крутящего момента, который при пробуксовке одного колеса позволяет подключить все остальные колеса. Также на этой модели, начиная с 6 серии, уже устанавливаются радиально-поршневые колесные моторы, которые с высоким крутящим моментом позволяют повысить тягово-сцепное усилие машины, в отличие от более легких моделей 5.3. Представляем модель MultiOne 10.9. Самая мощная, самая большая модель в семействе, с мощностью двигателя 75 лошадиных сил. Также оснащена телескопической стрелой. Максимальная грузоподъемность 2 тонны 160 кг. Это одна из немногих моделей, которая поднимает, может поднимать по факту свой вес, то есть весит 2 тонны, поднимает на сложной стреле чуть-чуть больше 2 160.